Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Вчера был невероятно эпичный матч. Играли Cloud9 против СФЗ. Матч был примерно 200 минут. Но что творилось под конец матча, это просто нереально. Такого я еще не видел. Давайте мы с вами посмотрим с оригинальными комментаторами. Слушаем и угораем. Эвжевж! Эвжевж! Действительно, Эвжевж! Уже ж ГГЖ! Тут пригорает, вот посмотри! А... Что происходит с Бристлбеком? Почему у него горит? У меня тоже горит. И что, я тоже Бристл... Ты смотри, что с ним? Дота сломалась, пацаны! У Бристлбека зажегся тукан! Бристлбек сгорел! I'm on fire, пишет, реально? Что это? Сейчас у всех так будет, смотри. У Envy-то давно так просто не показывается, он с огнетушителями. Смотри, полыхает, просто полыхает. Он пошел дальше. У Зевса, кстати, тоже. Зевс, походу, в Лину перепрофилировался. Это, походу, Сайбермет замутил нам. Рошаны сейчас пойдут драться, да? Снайпер тоже горит, посмотри. I'm on fire. Ты посмотри, у меня просто дота сломалась. Она не рассчитана на такое количество времени. Сейчас демоны придут. Сейчас сатана. Варт еще не вышел, он сейчас придет. Сейчас заканчивать эту херню. Сейчас появится сатана и скажет, я этого не создавал. И пацаны, пощадите. Питлор сейчас выйдет, я тебе отвечаю, Питлор. Ждали, пришел. Half-Life 3. Что это? Летучая мышь повесилась, смотри, на варде. Все, уже не могу это давить. Чувак, я не знаю, что это. Black Hole. Да нет, это Fire. Тут вторая пошла. Что это за фигня? Зевс реально Лина. Бристлбек горит. Дизраптору нормально гореть. Тут пах, ты посмотри, это... Ты посмотри на этого дракона. Сейчас все будет. Ну давай, Пак, шевелись. Что у него там? Ну у него тоже нормально пригорало. Он под... Какие-то куски чего-то падают. Что за хрень? Новые башни начали расти, чувак. Новая эра началась. Спустя 165 минут начинается новая эра. У Envy голова загорелась. До 165 минут. После. Новый отчет времени пошел. Снайпер эволюционирует, смотри на него. Пацаны, сейчас Феникса превратится. Несите новую доту, это сломалось. Смотрел перед вылетом в Турцию, по прилету в аэропорту досмотрел. Из того разряда. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.